День-то сегодня какой настоящий сибирский морозный, минус 20. Чтобы прогуляться с Дедами Морозами по центру Новосибирска, пришлось хорошо подготовиться, надеть валенки. Хорошо, что можно согреться в кофейне. С Новым Годом! Наступающим! Наступающим вас! Наступающим! У нас есть чай ягодный, цитрусовый, имбирный. Льда побольше, пожалуйста. Мне, пожалуйста, еще льда. Ты знаешь стихотворение? Да. Расскажешь? Я хочу чай, косыночку. Какой ты молодец. Дедушка Мороз, ну расскажи, чем тебя в Новосибирске почивали? Все ли тебе понравилось? Чай горячий, почивали. Вкусно все у вас тут. Ну, так все приятно. Народ добродушный. Все хорошо у вас тут. Добра много. У нас начинается батл. Поехали танцевать. И четыре! Новым годом! С Новым годом, Новосибирск! С новым счастьем! Чтобы в этом году исполнились все ваши желания! Все. Обнимашки! Обнимашки! Путешествие делегатов Первого съезда Дедов Морозов по Новосибирску продолжится в выходные. За событиями можно следить на сайте новыйгод-здесь.рф. А уже завтра главные новогодние волшебники откроют самый длинный каток. Ледяная трасса протяженностью 1 300 км ждет всех на Михайловской набережной. Yeah, we started from nothing. A couple MCs beatboxing, the crowd in the lunchroom. Yeah, me and Preem, both names go together like they.